Всем привет! Дорогие, любимые наши мужчины! От лица прекрасной половины человечества спешу поздравить вас с праздником! С Днем Защитника Отечества! Вы наша поддержка и опора. Без вас нам было бы очень тяжело и грустно. И в этот праздничный день я хочу рассказать о том, какая погода ожидает волгодонцев 23 февраля. Утром температура воздуха составит минус 9 градусов, к полудню опустится до минус 10, а ночью столбики термометров покажут отметку минус 13. Почти целый день будет идти облажной снег, так что, выходя из дома, не забудьте одеться теплее. Еще раз от всей души хочу поздравить всех с праздником. Будьте в курсе новостей при любой погоде.